Всем привет! Сегодня буду стирать скатерти. Как я стираю скатерти? Скатерти, в принципе, стираю по-разному. И пятна на скатертях удаляю по-разному. Но сегодня будет самый простой. Жироудалитель. На все пятна. Мой жироудалитель с маленьким количеством хлора. Он не высветляет ткань. Поэтому я наношу, не боясь, на все пятнышки. Ой, какой. Ох, сейчас ворчать будут. Это когда надо по-быстренькому. Можно использовать соду и перекись водорода. Но мне надо быстро постирать. У меня уже давно лежат. И замучили меня тем, что они здесь лежат. Вот здесь пятна еды. Прям наношу на все пятна. Буквально немножко даю прореагировать, долго не даю стоять. Вот. Особенно это хорошо для светлых скатертей. На все желтые пятна. На все вот эти желтенькие, жирненькие пятнышки наношу. Будет казаться, что я вот желтое пятно стало. Нет, оно хорошо растворит его. И потом отстирается. Этот раствор особенно хорош для светлых тканей. Все такие желтые, застарелые пятна. Я не люблю этим способом пользоваться, потому что эти растворы воняют очень сильно. Если я это делаю, сейчас обязательно кто-нибудь начнет возмущаться в доме. Я это делаю, когда никого нет, чтобы быстренько постирать, чтобы никто не понял, что я использовала раствор для жироудаления. Так, все. Нанесла на все пятна и на замочку. Потом беру одну таблетку для посудомоечной машины, делаю теплую воду в тазике, опускаю туда таблетку, растворяю и замачиваю там все скатерти на часик. Это у меня без жидкого центра. Если жидкий центр, обязательно надо растворять его, чтобы он не покрасил скатерть. И все скатерти сюда. Замачиваю скатерти, светлые со светлыми, темные со темными. И сюда же идут на замочку полотенца, кухонные, ручные, вот такие белые, в таблетку для посудомойки, чтобы растворилась вся еда, грязь. Белое и цветное замачиваю в разных тазах, чтобы не полинял. Жироудалитель даже справляется с более сложными пятнами. Вот здесь у меня пятно. Это пятно чернил, туши. Наношу. И так втираю в это место. Поэтому жироудалитель справляется со всем сложными пятнами. 5 минут. Поёзила по пятну. А теперь все обязательно состирывать. Все это, чтобы не оставалось на ткани. Складываю все скатерти в стиралку. Кладу порошок. И включаю стирку. Туда же заливаю вот эту воду от посудомоечной таблетки, в которой замачивалась вода. Включаю стирку на 60 градусов. Ну и вот, чистая скатерть, вообще без пятен, нормально. Без пятен все. Чистенькая. Вообще вот супер. Раствор единственное в моем доме. Все это надо делать втихаря, пока никого нет дома. Потому что у меня запах этого, именно конкретного. Ну, вообще, вот этих жироудалителей не выносят. Ну, у меня дома нюхачи живут. Застарелые пятна. И пятна чая, и пятна томата. И то же самое с вещей, футболок, рубашек, вообще одежды. Все соусы, болоньезы, чаи, кофе. Все пробую антижиром. В 99% пятна удаляются. Единственное, всегда с опаской именно к цветным тканям. Где-то на уголочке смотрю, но вот если на белом я могу оставить на какое-то время, то на цветном вот пятно удалила и сразу в стиралку.
Поэтому пятновыводитель у всех на кухне. На дорогих и деликатных тканях с большой-большой опаской использую его не часто. Как правило, получается другими средствами удалить пятно. Ну что, всем пока, до новых видео.